Всем привет, с вами Андрей Белый, и мы продолжаем играть в Фольгенштейна. Так. Ну чё, пошли в церковь уже. Вот у нас никак уже руки не доходят. Что сделать? Хорошо, что ты здесь, Биджей. Мы нужны у церкви. Купи все необходимое у торговца на черном рынке. Когда будешь готов идти, подойди ко мне. Что-нибудь нужно? Да, нужно. Не то, что нужно, срочно нужно. Так. Да. Так, установка организатора системы Ленинграда, что ли, снижает отдачу. Вот это можно купить. Напомню, если у вас нет, именно. Так, да. Так, оснащение оружия более часто нарезка, которая сильно ухудшает. А, да, точность повышает. Так, что у нас осталось? Прицел только. Угу, прицел только. Оснащенное оружие с тени выпуска открывает глаза. Так, прицеливание. Ага, понятно. Так. Замена стандартного поля оружия. Оружие больше заряд, что увеличит твой запас. Так. Ага, 20. Так, это что дает? Замена обычного надо оружия устраивает второго поколения. Сокращает время проведения уже по готовности. А, то есть ускорение. Так, это что у нас? Ну-ка, молния. Используется орудие не только для стрельбы, но и еще для нее. Ага. Так, замена стандартной катушки Тесла, изготовленной из других материалов, что позволяет создавать более количество реакторов друг. Ага. Ничего себе, мы потратили денег. Граната. Так. Ага. Тут у нас все четыре. У нас ничего. Вот. Так. А, вот это у нас. Не. Ага. Приказ. Так. Да, знаю. Ага, понятно. Ну что, пошли в церковь. Лошкович, этот свет в ней сделан нацистом. Ступай к церкви и помоги остановить их, пока они не уничтожили весь город. Как они уничтожили весь город. Как понятно сказано. Так, что у нас тут? Давай, охренели. Возьмите, я сошу на книгу, поговорить с раненым агентом. Навки кружка. Ага. Понятно, не спасает. Как они жестко бомбят, не по-детски. Как-то точно зашел, а? Я заряжаю оружие!
понятно. Союзников будет бесконечная. О, золотишко. Интересно. О, а вот и данные. А вот и данные. Ну все, я выполнил. Ага, около ворот. Дайте мне прогуляться сначала. А, 4. Не мешай мне. Ага, 6. Ну как? Так что здесь взять? Спасибо. Новое уже. Отправить туда саперы.
Сука. Да, прикинь. Только сейчас понял. Тихо-тихо. У нас снова потом заканчивается. Вот и задачки, ага. Угу, сукины дети. Только вот тебя с вами воевать. Спасибо за патроны. Чё ты кого-то? Вот так, вот так, вот так. Тут сейчас замоков не будет.
рубля. О, еще фрагмент нашел. Класс. Раненые. Да. Ничего не могу сказать. Спасибо. Понятно. Неправильно. Так, я это ничего сюда. Вот там что такое полезное есть. Так, 17. Сейчас по-быстрому прогуляюсь, но кое-что потерял. Заперлись уже. Так, что у нас осталось-то? Так, данные нашли. Фолиант нашли. Золото осталось 2. Угу. Золото. Ничего нет. Угу. Как уже ниоткуда я заперлся, блин. Ага, остался последний. Черт возьми. Okay.
места! Давайте сейчас же! Брось оружие! Что такое? Класс. Заряжай. Так, где я снял одно золото, а? Так, ладно. Я помог кружку Крейсау уничтожить экспериментальную установку в старой церкви. Судя по всему, она должна была выкачивать энергию из измерения Черного Солнца. Мне нужно продолжать поиски генерала Цетты. Он ключ ко всему, что происходит в Айзенштате. Лачкович, этот свет вне дела рук нацистов. Ступай к церкви и помоги остановить их, пока они не уничтожили весь город. Класс. Так, ладно, теперь мы сделаем очень быстро. Yeah.
правда, что я нашел все зерна? Да, нашел все. Да, совсем не испугался. Пока что все нормально. Думаю, через 5 минут можно полностью пройти. Thank you.
Я помог кружку Крейсау уничтожить экспериментальную установку в старой церкви. Судя по всему, она должна была выкачивать энергию из измерения Черного Солнца. Мне нужно продолжать поиски генерала Цетты. Он ключ ко всему, что происходит в Айзенштадте. Ну, это да. Спасибо, что посмотрели мое видео. Не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал. С вами был Андрей Белый. И всем пока.